Салам алейкум, приветствую всех, кто находится на моем канале. Сегодня мы находимся в Нью-Джерси, а точнее в Джерси-Сити. Это городок, который находится в двух станциях метро от Манхэттена. Буквально 10-15 минут. Здесь мы находимся по причине того, что здесь находятся два больших магазина. Если сравнивать с Казахстаном, то это на примере Рамстора, Арзан, Магнум, Грин. Вот такие магазины. Здесь два магазина, но они чуть побольше. Чуть побольше, нормально, 2-3 раза больше, чем наши магазины. Здесь продаются все: техника, продукты питания, одежда и т.д. и т.п. по оптовым ценам, как у нас говорят. Один из этих магазинов, он обычный для всех, второй только для членов клуба. Чтобы стать членом клуба, надо вот приобрести такую карту. Как? Вот она. Вот такую карту. Эта карта стоит $100. $100 есть дешевле, есть подороже. Ну, мы среднюю такую взяли с фотографией. Вот она, здесь фотография. И, конечно же, имя, адрес. На карточке клуба зависит от предлагаемых процентов скидок на товары для своих членов. Цены в магазине и так ниже, чем в маленьких магазинчиках и городских маркетах, но с карты вы получаете еще дополнительную скидку. Моя карта сохраняет мне 2%. Обычно в такие магазины приезжают закупиться хозяева мини-маркетов. Стоянка очень вместительная, на 1000-1500 машин. Магазины работают с раннего утра и до полуночи. Внутри работают кафе, чтобы вы могли подкрепиться, и бесплатные уборные. Согласитесь, не везде есть туалеты, да еще и бесплатные. Итак, мы в магазине. Мы сегодня посмотрим на цены тех товаров и продуктов, которые широко распространены у нас на родине. Сорт апельсинов Navel стоит 450 тенге за 3 штуки. В рублях это примерно 100 рублей. Мера веса в Америке — фунты. 1 фунт равен 453 граммам. Яблоко 1 фунт, то есть почти полкило, стоит 220 тенге или 55 рублей. Груши дешевле, за полкило около 180 тенге или 42 рубля. Есть яблоки чуть подороже. Ассортимент зелени, салатов в пакетах стоит в среднем 450 тенге или 55 рублей за фунт. Два контейнера помидорчиков стоят 750 тенге или 175 рублей за килограмм. Морковь 150 тенге или 35 рублей за полкило. Бананы стоят 75 тенге за полкило или 17 рублей. Один ананас стоит 450 тенге или 100 рублей. Картошка в пакетах по 2,5 килограмма обойдется вам 220 тенге или 55 рублей. Лук есть за 600 тенге и за 300. В рублях это 140 рублей и 70. В чем их разница, я не знаю. Цены на суши, блюда японской кухни, начинаются от 550 тенге или 130 рублей. Семга 1500 тенге или 350 рублей за полкило. Тунец стоит так же, как и семга. За полкило креветок вы отдадите 2100 тенге или 490 рублей. Пакетик сникерсов 80 граммов стоит 220 тенге, 55 рублей. M&M's 220 граммов стоит 450 тенге или 105 рублей. Жевательная резинка Orbit в пакете по 3 упаковки опустошит ваш кошелек на 450 тенге или 105 рублей. Если ваша женская половинка любит цветы, то за букет роз вы отдадите 3000 тенге или 600 рублей. За 72 пакетика чая Липтон вы заплатите 800 тенге или 185 рублей. Курица халяльная стоит 200 тенге или 45 рублей за полкило. За 9 килограммов риса вы отдадите 1500 тенге или 350 рублей. 18 подгузников памперс 6 размера стоит 1800 тенге или 420 рублей. 66 подгузников 5 размера обойдутся в 4500 тенге или 1050 рублей. Шампуни Pantene 600 тенге или 440 рублей. Head & Shoulders стоит 750 тенге или 175 рублей. Тюбик зубной пасты стоит от 370 тенге, 85 рублей. Самый большой пакет чипсов стоит 370 тенге или 85 рублей. За 3 больших бутылок Pepsi надо заплатить 750 тенге или 175 рублей. Кола таких же размеров стоит так же, как и Pepsi. Бокс йогурта Activia по 12 штук обойдется вам за 900 тенге или 210 рублей. Бокс мороженого Snickers из 6 штук стоит 550 тенге или 130 рублей.
Молоко продается галлонами, это примерно 3,8 литра, цена 550 тенге или 130 рублей. Хлеб уже нарезанный и больше, чем наша классическая буханка, стоит 450 тенге или 105 рублей. Сыр начинается от 450 тенге или 105 рублей. За 18 яиц вы заплатите 550 тенге или 130 рублей. Сладкоежки за торт средних размеров заплатят 3000 тенге или 700 рублей. Три энергосберегающих лампочек стоят 1800 тенге или 420 рублей. Самый большой телевизор 80 дюймов стоит 525 тысяч тенге или 122 500 рублей. Джинсы Levi Strauss стоят 420 тенге или 980 рублей. А джинсы фирмы Calvin Klein стоят дешевле 3750 тенге или 875 рублей. Спортивка с капюшоном фирмы Reebok стоит 1500 тенге или 350 рублей, а трико 2700 тенге, 630 рублей. Портмоне и ремень фирмы Levi's стоят одинаково по 2550 тенге или 595 рублей. Кроссовки Reebok стоят 5250 тенге или 1225 рублей, а кроссовки Nike 10500 тенге или 2450 рублей. Мультфильм на DVD стоит 2250 тенге или 525 рублей, а фильм на DVD 2850 тенге или 665 рублей. Для тех, кто любит ходить в тренажерку, цены на протеин. Спортивная компания ESI предлагает 2,5 килограмма протеина за 5250 тенге или 1225 рублей, а Muscle Milk 1,5 килограмма 4050 тенге или 945 рублей. Солнцезащитные очки ведущих фирм опустошит ваш кошелек на 2250 тенге или 525 рублей. Пальчиковые батарейки Duracell 40 штук имеют цену 2250 тенге или 525 рублей. Знакомство с американскими ценами завершено. Помните, что налог не входит в цену товара, поэтому на кассе вы должны заплатить чуть больше. В Нью-Йорке налог начинается от 8% от суммы, а в Джерси-Сити от 3% от стоимости товара. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте комментарии и ставьте лайк. Всем удачи, до скорых встреч!